Алексей Сорочкин, полузащитник «Динамо» Барнаул, образца 2007 года. Алексей, как оцените сегодняшнюю игру? Ну, игра получилась хорошая, с обоюдными атаками. Молодежь играла зло. Мы тоже, в принципе, старались победить. Ну, что и в итоге сделали. Мне кажется, игра понравилась и футболистам, и болельщикам. Забитые мячи были пропущены тоже, поэтому все хорошо. Кстати, насчет болельщиков. Приятно было вновь сыграть перед родной публикой? Ну, перед публикой всегда интересно играть, естественно. Ну, рады, что пришли поболеть, посмотреть на молодое поколение, на поколение, которое уже не играет, которое еще играет. Поэтому все хорошо. Не было сегодня ностальгии? Все-таки собрались те игроки, которые ровно 10 лет назад завоевали путевку в первый дивизион и вновь собрались в рамках одной команды? Не, ну, присутствовало, конечно. То есть встретились, поиграли вместе. На поле-то одновременно не уходили уже, наверное, это период времени, это не уходили лет 10. Ну, играем в всевозможных турнирах, то есть общаемся, видимся. Но вот так, чтобы на поле все вместе, ну, такого не было, конечно. Пару-тройку матчей еще способны сыграть в этом составе? Ну, да, сыграть-то, конечно, способны, потому что тут много действующих футболистов, кто недавно закончил. Поэтому я думаю, что все нормально. Последний вопрос. Как считаете, есть ли у игроков вашего соперника, у сборной чемпионата БРО, у некоторых футболистов шанс заиграть на более высоком уровне? Ну, некоторые игроки уже играют на уровне, да, команды мастеров, которые сегодня были в сборной команде БРО. Естественно, молодые, перспективные, то есть, тем более создана такая лига. Это все для них. То есть, пожалуйста, играй, раскрывайся и показывай, зажигай свою звезду, как говорится. Алексей Сорочкин, полузащитник «Динамо» Барнаул, образца 2007 года.